В Якутске состоялась презентация книг Владимира Федорова. Этот год для известного писателя и поэта был плодотворным. В свет вышли три поэтические книги: «Восьмигранная айкумена», «Небесные тетради» и «Ангелы 12-го года». Кроме того, писатель выпустил книгу повести и рассказов «Ночной ценитель» и в новом издании роман «Сезон зверя». Примечательно, что уже полюбившаяся жителям республики повесть Владимира Федорова «Созвездие Мариев» в следующем году выйдет на большие экраны. В настоящее время в Карелии проходят съемки этого художественного фильма по мотивам повести. Как отметил Владимир Федоров, на написание серии стихов его вдохновила Африка. Я был во многих странах, был во многих каких-то интересных местах. Был в Гренландии, например, полмесяца жил там, возле этого щита гренландского знаменитого. Проехал в свое время на Аляску насквозь. Был в других странах, там, в Камбодже, там, в Сингапуре, где-то еще. Но почему-то не писались там стихи. Но стоило мне один раз съездить в Африку, и вдруг пошли африканские стихи. Может быть, потому что, как всякий мальчишка в детстве, я мечтал когда-то убежать в Африку. Я очень любил приключенческую литературу. И, наверное, это осталось вот так. И как-то Африка откликнулась.